Опа, клюет. Ну-ка, тянем, 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 тянем. Смотрите, ребята, как жестко мы тянем. А если я подрублю свой автокликер? Интересненько. Давай, давай, давай. Вот таким вот образом мы с вами рыбачим. Смотрите, можем остановить рыбалку. У нас вот такая вот крутая удочка. Это, кстати, стандартная удочка. И сейчас мы с вами попробуем вытащить какую-нибудь супергигантскую рыбу из этого водоема. Там, кстати, смотрите, различные водоемы. Вау, сколько их, сейчас попробуем всех их открыть. Ну а вы, ребят, перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте, знаете что, мы с вами сразу вот так вот зайдем и что-нибудь себе приобретем. Например, ну вот это яйцо, да, смотрите, ребят. Можно за 700 рубакс купить 3. Давайте одно сначала купим, посмотрим, что из этого получится, кто там нам выпадет. В принципе, тут, наверное, нормальный питомец должен нам выпасть. Да, ну-ка, давай смотрим. Супер эгг. И это легендарка, ребят. Это, ого, 35 иксов она дает, ребят, 28%. Это очень крутая легендарка, ребят, 35 иксов она дает. Вау, вот такой вот у нас теперь есть крутой питомец, ребят, жесть. В общем, давайте попробуем сейчас порыбачить, посмотрим. Так, я хочу еще сейчас, ребят, активировать свой автокликер. Давайте мы вот так вот включаем свой автокликер и попробуем вот так вот рыбачить. О, смотрите-ка, автокликером-то быстрее, да? Нормально. А я только не понимаю, что нам дает, ребята, наш питомец. Он должен давать нам 35 иксов. Но, скорее всего, нам надо сейчас просто будет взять и продать где-то, да? Давайте-ка посмотрим. Я нарыбачил, где мне это все дело продать? Вот, наверное, да? Ну-ка. Нет. А, здесь ты... Ого! Я тренирую силу, ребят, свою, смотрите. Ага, ребят, в этом маленьком, смотрите, водоемчике в бассейне я, получается, тренируюсь. Смотрите, у меня крючок прокачивается. Нифига себе. А тут, смотрите, есть удочки. Мы с вами можем, например, какую-нибудь купить удочку, да? Смотрите, ребят, различные всякие есть. Давайте попробуем задонатить себе немножко коинов. Кстати, смотрите, коины тут дороговаты. Может быть, нам сразу купить себе вот эту удочку, ребят, 300%. Давайте купим, ребят. Покупаем за 899 рубаксов магма. Род. Вот так вот она выглядит, ребят. И давайте посмотрим на нее. Экипируем. Так, как мне ее экипировать? Подожди-ка, почему у меня она не экипирована? Я хочу ее экипировать, ну-ка. Вау. Вот это скорость, ребят. Почему-то, кстати, только она у меня не экипирована, да? Ну-ка, все, вот так вот отменяем. А вот теперь, ребят, она у меня экипирована. Вы только смотрите, какая у меня удочка. Жесть, у меня сейчас 5000 будет крючков, ребят. Короче, надо сейчас нам с вами разобраться. О, я могу сделать уже перерождение, ребят. Давайте попробуем порыбачить этой удочкой. Что происходит? Вау. Ребят, я поймал, вы видели, какую рыбу? Жесть, еще одну поймал. Ничего себе, вот это я... Обалдеть, вы только взгляните. Короче, ребят, смотрите, за то, что мы с вами ловим рыбку, нам дают коины, ребят, смотрите. Это комонка, кстати. У рыбок тут еще есть... О, золотая рыбка, ребят, нам выпала. Тут есть еще качество у рыбок. Нифига себе, прикольно. Нам надо уже дальше проходить, ребят. О, смотрите. Тоже обычная команка, да? Интересно, здесь есть какая-то легендарка? Скорее всего, мы даже можем с вами какую-то легендарочку себе получить. Ну, давай вот так вот кидаем, ребят. Отлично. Кстати, можем пройти уже дальше, да? Да, ребят, смотрите. Мы с вами можем пройти теперь сюда. Давайте, знаете что, попробуем сделать перерождение. Перерождение. И давайте попробуем сейчас здесь... О, по 70, ребят, это жесть просто. Обалдеть. А сколько стоит следующее перерождение? 5000, ребят. Мы сейчас с вами сможем сделать следующее перерождение. Вы только посмотрите, как быстро я фармлю. Вот так берем, делаем следующее перерождение. Плюс 20%, кстати. Прикольно. Кстати, здесь есть какой-то спин. Мы можем один разочек крутануть. Тут, похоже, есть какой-то супер-классный питомец. Нет, нам он не выпал, к сожалению. Ну ладно, ребят, давайте вот так вот фармим. Кстати, сейчас попробуем открыть еще какого-нибудь питомца, ребят. Потому что у нас денежки, в принципе, есть. Давайте попробуем здесь сначала пофармить. Так, у меня только один питомец. Ну что, погнали. Ну-ка. О-о-о, а здесь, ребята, уже пожестче, смотрите. Смотрите, с рыбкой надо воевать. Рарка, ребят, за нее дали 80 монеток. Ну, здесь уже, смотрите, посерьезнее. У нас еще есть, как я понимаю, крючки, ребят, смотрите. Мы можем с вами приобрести себе... О, 800% удачи, ребят, покупаем.
Я хочу вот этот крючок. Это просто жесть. Давайте покупаем вот этот крючок золотой, ребят. И экипируем его. Теперь у меня есть золотой крючок. И 800% удачи. Я думаю, нам сейчас будет выпадать супер... О, эпик, ребят. Смотрите, рыба какая нам выпала. Вот сейчас мы с вами будем фармить так фармить. Рарка. Ну, я хочу какую-нибудь легендарку, если возможно. Давайте посмотрим, может быть, какая-нибудь легендарочка сейчас нам выпадет. Команка. Я, значит, себе золотой крючок скупил, да? А что-то пока как-то мы с вами команки одни выбиваем. Давайте попробуем мы с вами вот это вот яйцо открыть с питомцами. В принципе, питомцы нам не помешают. Поэтому, о, давайте сейчас, короче, два питомца откроем. Или сколько здесь максимум, я не знаю. И пойдем попробуем пройти следующую локацию. В принципе, нам следующая локация уже, наверное, нужна. Ну-ка, да, ребят, три питомца. Экипируем самых лучших. У них 1,4 буста всего лишь, ребят. Чё-то прям вообще мало. Ну ладно, давайте мы, знаете, что сделаем. Мы сейчас немножко потренируемся. По 76, кстати, я уже тренируюсь. Это все потому, что мы с вами экипировали еще немножечко питомцев. Так, кстати, я могу сделать, наверное, уже следующее перерождение, но я этого пока делать не буду. Давайте пройдем в следующую локацию и посмотрим. Ну-ка, поскольку я сейчас буду фармить. О, по 13. Ребята, ну вот сейчас быстро у нас идет дело. Смотрите, просто жесть. Это самое... О, эпик, ребят, плюс 100 нам дали. Кстати, можно даже себе купить дабл фиш, смотрите, ребят, за 299 рубаксов. Давайте мы купим вот так вот себе. И погнали посмотрим. Теперь мы с вами будем получать x2. То есть мы с вами будем фармить прям очень быстро. Смотрите, о, мне две... А, это две рыбы нам сейчас выпадает. Ничего себе, ребят, реально, смотрите, две рыбы мы с вами получаем. Обалдеть, вот это класс. О, эпик анкоман. Так, мы с вами можем пройти дальше, ребята. Проходим вот сюда. И давайте посмотрим, попробуем. Давайте, наверное, перерождение сделаем, да, вот так вот. И вот так вот пофармим. О, уже по 113, ребят, мы с вами прокачиваемся. Обалдеть, вы только посмотрите на эту скорость. Можно, кстати, купить себе еще випку. И тогда мы с вами будем фармить еще быстрее. Это просто капец. Ну, давайте мы сейчас с вами сделаем, например, 20 тысяч, да? И тогда у нас, наверное, мы... Да, перерождение сможем сделать, ребят, скорее всего. Ну, давайте... А, нет, 50 тысяч надо. Ну, давайте попробуем теперь здесь пофармить рыбок. Вот так вот, кстати, забираем. У нас здесь всякие наградки есть. Ну и погнали. 1,6 миллиона, ребят, надо. Надо, короче, еще силу прокачать, ребят. Давайте посмотрим, сколько тут стоят у нас рыбки. Давай вот так вот. Опа. 350 и 250, ребят. Чтобы пройти дальше, надо 5000. Давайте 5000 накопим и сразу пройдем дальше. Мне кажется, так будет прикольнее, потому что следующая локация будет еще круче, ребят. Поэтому нам, наверное, оттуда добраться сразу. Смотрите, тем более мы с вами фармим очень быстро. И я думаю... О, кстати, автотрейн можем включить, да? А, это вот автотрейн мы с вами включаем, и у нас тренируется автотренировка, смотрите. Прикольно. И мы с вами можем так 50 тысяч, например, нафармить, чтобы быстрее, да, это дело у нас все шло. Смотрите, мы с вами уже открыли третью локацию. О, там еще дальше что-то есть, ребят. Давайте сейчас попробуем до туда добраться. Погнали, автофиш. Во, все. Автофиш, во, ребят, смотрите, мы с вами стали быстрее фармить. Реально, о, плюс 400, эпик, ребят, выпал. Ну, я думаю, мы, ребят, сейчас с вами быстро 5000 накопим. Так, ну чё, в принципе, ребят, смотрите, мы можем с вами пройти дальше. Ой, а зачем-то я там прокачиваюсь, да, смотрите. Ладно, давайте мы вот так вот сейчас, ребята, закончим нашу ловлю. И мы с вами перешли уже в новую локацию, ребят. Смотрите, тут у нас вот такое яйцо, 1250 оно стоит. Давайте купим его, потому что нам оно, скорее всего, понадобится. Питомцев-то надо все-таки улучшать, питомцев, да. Давайте вот таким вот образом попробуем сейчас. Ну, стрёмно, только питомцы выпадают, ребят, вообще. Вот так, берем, экипируем, у них 3,9 всего лишь дает. Давайте мы с вами немножечко потренируемся. Мне кажется, нам надо с вами уже сделать еще перерождение. Смотрите, у нас, в принципе, уже 40% будет к скорости, да. Давайте вот так вот делаем перерождение, потом будет 50. И, ну, сейчас уже надо, кстати, 100 тысяч прокачать. Ну, окей, давайте я сейчас прокачаю 100 тысяч. И мы с вами посмотрим, что мы с вами сможем здесь поймать. Ну что, ребят, смотрите, я накачал себе 120 тысяч крючков, и теперь...
мы с вами попытаемся что-нибудь интересное поймать. Мне надо накопить 12 500, чтобы пройти в новую локацию, поэтому давайте этим сейчас и займемся и посмотрим. О, по 750. Ну, слушайте, у меня крутой крючок золотой, да, а пока что-то выпадает, команки, там, я не знаю, самое максимальное то, что нам выпадало, это эпик. Давайте посмотрим, может быть, какая-нибудь легендарная рыбка нам все-таки выпадет, а то пока что-то как-то, ребята, сложненько их выбить. Смотрите, бам, анкоманка и эпик, ребят, 2500, смотрите, мы с вами почти открыли доступ уже в следующую локацию. Это круто. Кстати, я могу сделать перерождение уже, но давайте сейчас сначала попробуем пройти в новую локацию и посмотрим, что там у нас будет. Так, я, кстати, могу забрать вот так вот 750, кстати, какой-то дракон нам сейчас может выпасть, да, из питомцев, поэтому давайте мы сейчас посмотрим. В награде, ребят, у нас будет какой-то питомец. Бам. О, легендарка, ребят, 3500. Все, я могу пройти дальше. Чтобы пройти еще дальше, мне надо, ребята, 75 тысяч, а потом 5 перерождений. В принципе, у меня уже 4 перерождения есть, да? Тут, кстати, смотрите, даймонд-машина какая-то есть. Я могу, например, из этих питомцев, ну, например, или из этих, нет, не могу. Мне надо сначала голдовских питомцев, ребят, сюда положить, да, получается? Ну, давайте я, наверное, попробую вот это яйцо открыть. И мы с вами посмотрим, что там. Два раза его откроем. Все-таки улучшения нам нужны, ребят. О, рарочка, вот это классно. И нам надо сделать, ребята, автотрейн. Давайте так, автотрейн включаем. И сейчас мы с вами экипируем вот этих всех питомцев. Вот так, отлично. Сколько? 7,7, 5,5. Ну, в принципе, лучше, чем те, которые у меня были, да? И погнали, ребята, дальше усиляться. Давайте я сейчас прокачаю побольше себе крючков. Ну, это такая местная сила, да, у нас. И мы с вами посмотрим, что из этого получится. А потом попробуем сделать перерождение, чтобы пройти еще дальше, ребят. Смотрите, там есть какой-то мир. Или там несколько даже миров, ребят. Что-то я пока не пойму. Нам надо сейчас с вами будет разобраться в этом. Поэтому давайте я, наверное, 1300 сделаю сейчас себе крючков. И мы с вами попробуем половить рыбки. Смотрите, какая, кстати, река или это озеро. Такого цвета странного. Интересно, какие здесь у нас сейчас будут рыбки ловиться, да? Вот это сейчас будет интересно. Вот, кстати, смотрите. Есть шансы рыбок, да, 29-26, самая редкая 0,3%, ребят. Это легендарка, похоже. И в предыдущий раз мы тоже с вами выбили легендарку. Но у нас 800% шанс, ребят. То есть у нас очень крутые шансы выбить вот эту вот легендарку. Ну, ладно, давайте сейчас посмотрим, что получится. Ладно, давайте вот так вот я накачаю. 250 тысяч почти. Ну-ка, давайте смотрим. О, 192 миллиона. Но мне надо, ребята, скорее всего, прокачивать еще себе силу. Потому что, блин, долго мы с вами будем это фармить. Окей, давайте я сейчас, ребята, автотрейн сделаю. Наверное, даже вот так вот мы сделаем, ребят. Випку купим себе, X2, да, чтобы быстрее прокачиваться. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Автотрейн. Подожди, в смысле? Ну ладно, давайте вот так вот сделаем. По 482 мы с вами фармим. Это, я вам скажу, очень круто. Поэтому давайте мы сейчас с вами накопим 1 миллион крючков и посмотрим, как мы будем с вами вылавливать этих новых рыбок. Ну что, ребят, смотрите, мы с вами почти накопили 1 миллион. И это, конечно, было не так быстро, но я сделал это, ребята. И давайте мы сейчас с вами вот докопим 1 миллион и посмотрим, что из этого получится. Я его сделал. Давайте посмотрим, какие рыбки здесь у нас обитают, ребята. Смотрите, с миллионом стало все намного быстрее, да? Ну там чувак, смотрите, в зеленой какой-то лужице, в зеленой речке, да, вылавливает каких-то еще круче рыбок. Воу, ничего себе, ребят, выпали рыбки, которые дают 3000. Это комонка. Давайте посмотрим, сколько будет давать, если мы с вами получим легендарку. Нам надо накопить с вами 75 тысяч, чтобы пройти дальше. Пока легендарка что-то не удалось вытащить. Давайте посмотрим. О, эпик, ребята, 6500. Ничего себе, вот это быстро мы с вами сразу накопили 32 косаря. В принципе, мы сейчас с вами такими темпами пройдем следующую локацию. И надо будет сделать 5-е перерождение, чтобы пройти еще дальше. Давайте посмотрим, что из этого получится. Надо, короче, сейчас накопить 75 тысяч коинов, ребят. В принципе, остается примерно половинка. Давайте посмотрим сейчас, какие у нас питомцы выпадут. Бам.
Анкоманка 3700 и Команка 3000. Ну, в принципе, нормально сойдет, ребят. Так-то быстро мы с вами фармим, да? И это с учетом того, что мы с вами уже, смотрите, как далеко продвинулись. И пришли уже в самый конец. Очень интересно будет посмотреть, что там будет дальше, ребята. Ого, ребят, смотрите, ничего себе, вот это мне сейчас выпало. Вот это да, два эпика, это очень круто. Ну что, ребят, независимо кого мы сейчас с вами поймаем, мы с вами пройдем следующую локацию, даже пропустим ее и пройдем дальше. Так, ну что, ребят, смотрите, 75 тысяч, мы с вами идем вот сюда. Здесь мы с вами делаем перерождение и проходим дальше. Вот это да, ребят, смотрите, мы с вами куда пришли, обалдеть, там потом перерождение надо делать, ребят, смотрите, 10 перерождений, и так далее, до самого конца, это, смотрите, 45 тысяч здесь стоит яйцо, давайте мы с вами его купим, посмотрим на питомца, и вот так вот его сразу экипируем, ого, 39 иксов он дает, ребят, офигеть. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. По 575 мы с вами здесь... по 1100. По 1100 мы с вами здесь качаемся. Жесть, вот это да. А для следующего перерождения мне надо 250 тысяч. Ребят, ну, в принципе, я могу вообще супер быстро пройти сейчас, да, сделать много перерождений. Ну, надеюсь, что смогу быстро их сделать. А так, ребят, смотрите, мы с вами копим... Теперь очень быстро. Надо, короче, сейчас мне, ребят, накопить на новых питомцев. Потому что питомцы, ну, нереальные. Вы же сами все видите, да? Я могу, кстати, сделать сейчас перерождение. Но чтобы пройти дальше, мне надо 10. Давайте посмотрим, как я буду здесь копить. Наверное, очень долго, ребят. Да, очень долго. Мне надо прокачаться сначала, ребят. А лучше сделать сразу перерождение. Ну, слушайте, ребят, если вам понравилась эта игра, то обязательно напишите об этом в комментарии. Давайте наберем хотя бы 1000 лайков. И в следующем видео я открою все локации, и мы с вами посмотрим на самые крутые рыбы, которые здесь у нас присутствуют. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.